Лучше подержи, деда. Дедуля! Снимай! Предновогодний заплыв артисты решили провести на набережной в районе цирка. К мероприятию готовились 2 недели. Все-таки привычнее выходить на манеж, а не на зимний пляж. Тем более море холодное и неспокойное. Мы, конечно, без особой подготовки, но наши артисты решились на это и сделать вот этот такой заплыв Деда Мороза. Причем никто не знает. У нас даже коверный. И самое главное, наш сам Дед Мороз, он тоже поплывет. В такую своеобразную погоду мы будем заплывать первый раз. Но ведь большая группа спасателей, я думаю, ничего не угрожает нашей жизни. К экстриму цирковым не привыкать, да и желающих посмотреть такое уникальное представление собралось немало. Были и те, кто решил присоединиться к заплыву. Фигурочки и дедушки! За мной, за мной! Повернитесь сюда! Море теплое, можно купаться. Рекомендую всем. Я еще повторно окунуться с Дедом Морозом решила и Татьяна Пожиткова. Впервые в зимнем море она искупалась 1,5 года назад. Я вообще круглый год купаюсь, поэтому такая возможность окунуться перед Новым годом, да еще и в общей компании, я не могла упустить. Вот прям с работой сюда. Спасибо! Да. Класс вообще, это просто феерическое впечатление, вообще огонь. Да, и мне тоже понравилось, я прямо нырял, видите, и сухим из воды вышел. Надо вообще сделать это постоянно. Это было прикольно, несмотря на то, что шторм, она довольно теплая. Очень круто. За это и всем закаляться, присоединяйтесь. Ну а после заплыва артисты цирка устроили для сочинцев мини-представление. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.